Здравствуйте! В эфире программа «День города». О главных новостях вам расскажут мои коллеги и я, Валерий Седов. Убийцы Быстрицы, межрайонная природоохранная прокуратура установила причину появления черной воды. Из крайности в крайность. То мусор не вывозят, то делают это ночью. Скоро полетят. Через неделю стартует фестиваль «Небо России». 90 человек в тяжелом состоянии находятся в красных зонах Рязанской области. 26 из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Всего в больницах региона находится 611 пациентов с коронавирусной инфекцией. Такими данными поделилась региональная оперативная группа. Состояние почти 440 человек врачи оценивают как средней степени тяжести. Удовлетворительное состояние у 85 человек. У остальных COVID-19 протекает в легкой форме. Они лечатся на дому. Рязанская межрайонная природоохранная прокуратура установила причину появления черной воды в реке Быстрица, о которой мы уже рассказывали ранее. Оказалось, что биоотходы вместе с другими жидкостями сливала местная компания по производству мясокостной муки. Причем само производство оказалось практически подпольным. Максим Васильев с места событий. Ролик с черной водой у реки Быстрица очень быстро стал лидером по просмотрам в рязанских соцсетях. Никто не мог понять, откуда это все происходило. Так вот, природоохранная прокуратура выяснила. Мы сейчас на территории того самого предприятия, из которого черная вода и попадала в Быстрицу. Если быть точным, то это территория не одного, а сразу трех предприятий. РИК, Биопром и Премьера. С разной регистрацией. Рязань, Москва и Санкт-Петербург. Вот только у прокуратуры есть подозрение, что это, так скажем, дружественный конгломерат. И ангары на всех, и печи, да и работники, похоже, тоже. По-русски они не бельмеса, но увидев съемочную группу, разбежались кто куда. Вот они висят. Угу. Это же А он котлы, я так понимаю, это парочное. Где-то должна быть канализация. А он вот он. Вон дверь открыта. Вот он. Вот он, вся пена. Повались куда -то. Вот канализация, да. Вот они. Угу. А вон он, с той стороны еще выходит. На ваших экранах кадры первой проверки странного полуподвального цеха. Грязь, мусор, антисанитария. Говорят, есть даже крысы. Ну, может быть, это нормально для самого предприятия. Для рязанской экологии же абсолютное зло. Вот они углем топят. Вот это, я так понимаю, эти бойлеры, которые от угля. У них это все, это вот сюда, скорее всего, ни документов, ни разрешений, ничего нет. Оттуда работаешь под давлением. Сегодня в ангарах практически мало что поменялось, но разве что где-то прикрыли крышками бочки. А где-то биосырье так и валяется в открытом доступе. Место будущей вспышки дизентерии или какого-нибудь брюшного тифа вполне может оказаться именно здесь. Место же слива установлено достоверно. Впрочем, до возбуждения дела в прокуратуре пока предпочитают говорить предположительно. Предприятие находится сзади нас. По адресу улица Прижнездорожная, 48, которая на территории которой осуществляется производство мясокостной муки предприятием ООО «РИК», предположительно, на данный момент. Соответственно, данное предприятие ввиду своей производственной деятельности биологические отходы перерабатывает, получает мясокостную муку, получается отходы от биологические отходы, они сливают сточную канализацию, соответственно, через канализацию это все попадает в водный объект и далее уже на рельеф местности и в реку Быстрица. Технологически это выглядело примерно так. Все биоотходы сливают в эту выгребную яму. Отсюда по шлангам перекачивают вот в эти бочки, а уже отсюда в канализационный слив. Подойти близко к нему сейчас проблематично. От смрада можно потерять сознание. Но куда ведет этот колодец, проверяющие уже знают. В ходе прокурорской проверки привлекались специалисты водоканала, которые спускали в расположенный на земельном участке колодец воду, в ходе которого подтвердилась гидрологическая связь водовыпуска, находящегося в ручье без названия, и, соответственно, земельного участка, где располагается данный колодец. Выпускалась вода с маркерами, то есть она была с пенопластом и немного окрашена в зеленый цвет. То есть это также у нас заактировано, предоставлены справки Министерства природопользования. Также мы подтвердили, что превышение загрязняющих веществ, большое превышение загрязняющих веществ с данного предприятия сливается вот именно в канализацию. Сейчас здесь практически все экспертизы надзорных ведомств уже завершены. Связь с черной водой Быстрицы фактически установлена. Она прямая. А значит, одними лишь штрафами здесь уже не пахнет. А по-настоящему смердит резонансным уголовным делом. Со всеми вытекающими. Лишением лицензий, договоров субподряда и реальными тюремными сроками. Максим Васильев, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город».
Из крайности в крайность. Если раньше люди жаловались на то, что мусор со дворов не вывозят, то теперь появилась новая проблема. Его вывозят, но ночью. При этом шумят так, что просыпаются все жители домов. Шум двигателя мусоровоза, шум механизмов подъема и опускания мусорных баков, шум падающего в контейнер мусора. Этот грохот эхом раздается под окнами во всем дворе. В среднем продолжительность погрузки полчаса. Время, в которое начинают работы, разное. Где-то в 3 часа ночи, где-то ближе к 6 утра. И все чаще жильцы многоквартирных домов жалуются на ночной или слишком ранний шум, создаваемый в ходе таких работ и мешающий спать. Количество подобных жалоб возрастает. Об этом говорит, это говорит о том, что действительно эту проблему необходимо решать. То, что у нас отсутствует график уборки на контейнерных площадках, нет координат, нет информации о том, кто оказывает данные услуги, это порой лишает людей возможности предъявлять обоснованные претензии, указывая конкретно на час, день, когда все это происходило, что происходит. Напомню, Рязанская областная дума в первом чтении приняла законопроект, согласно которому время тишины на территории региона продлено с 22 часов до 8 часов утра, а также с 13 до 15 часов днем. К нарушениям данного закона, в том числе, относится проведение ремонтных, строительных, разгрузочных работ с использованием механических средств и технических устройств. Штраф за нарушение для юридических лиц от 5000 до 15000 рублей, за повторное нарушение от 15 до 25000 рублей. Предъявление обоснованных претензий потребителей, оно должно сопровождаться досудебными претензиями в адрес организации, которая оказывает данные услуги. И если будет установлено действительно превышение уровня шума или нарушение санитарии, то вплоть до того, что предъявление исков о компенсации морального вреда в пользу каждого гражданина, который зарегистрирован на данной территории. Кроме того, существует федеральное законодательство, санитарные правила содержания территории населенных мест или СанПин. Согласно этим правилам, для обеспечения шумового комфорта жителей бытовые и пищевые отходы необходимо удалять из домовладений не ранее 7 часов и не позднее 23 часов. Куда же обращаться, если этот пункт нарушается? Статьей 20 Жилищного кодекса установлены полномочия органов государственного жилищного надзора или жилищных инспекций, в том числе проверка управляющих организаций и региональных операторов по обращению с отходами. Контроль за соблюдением законодательства в сфере санитарного благополучия в РФ – это сфера Роспотребнадзора. Сотрудники ведомства могут измерить уровень шума, поэтому если вас беспокоит ночной грохот, обращаться с заявлениями нужно именно в эти организации. Президент подписал закон об ограничениях для начинающих инвесторов. Уже с 1 октября им придется пройти специальное тестирование, чтобы получить доступ к сложным финансовым инструментам. Покупая долю акций, каждый надеется на прибыль. А если ставка не сыграла, человек почувствует себя почти обманутым дольщиком. Но обмануты тут только ожидания, ведь гарантий на рынке ценных бумаг нет. Чтобы каждый понимал правила до получения статуса инвестор, перед покупкой определенных ценных бумаг придется пройти специальный тест. Процедуру можно сравнить со сдачей экзамена для водителей. Чтобы ехать на машине, ты должен сдать права на правила дорожного движения. Вот это то же самое. Чтобы участвовать в финансовом рынке, в сложном финансовом рынке, ты должен сдать зачет. Он сдается один раз в жизни. Ну, ты его, если сдал. Если ты его не сдал, у тебя всегда есть возможность выучить и сдать его еще раз. Есть определенные исключения. Если ты все равно рискованный человек, и ты не сдал этот зачет, ты можешь в сложные финансовые инструменты вкладываться, но тогда у тебя есть лимит до 100 тысяч рублей. Или одна акция стоимостью более 100 тысяч рублей. Однако тестирование будет применяться не ко всем инструментам. Многие будут доступны в прежнем режиме. Например, это государственные облигации, акции надежных российских и иностранных компаний. Полный перечень таких инструментов определен законом. Наши рязанцы активные участники инвестирования. По данным на 1 июня 2021 года, больше 25,5 тысяч рязанцев имеют инвестиционные счета. Это счета открываются через брокеров, либо через управляющие компании. Не очень много сильно активных счетов, да, но это говорит скорее о том, что рязанцы вложились в ценные бумаги и ждут от них получения прибыли. За последние 5 месяцев
количество индивидуальных инвестиционных счетов увеличилось на 17%. По закону банки и брокеры должны информировать потенциальных инвесторов о рисках, которые несет тот или иной продукт. Требования к объему и содержанию информации устанавливает Банк России. Как советуют эксперты, до начала инвестирования нужно скопить финансовую подушку безопасности, изучить рынок и получить хотя бы базовые знания. А начинать лучше с суммы, которую не жалко потерять. Так опыт не будет стоить слишком дорого. Олеся Котровская, Дмитрий Ефимов, телекомпания «Город». Уже через неделю стартует фестиваль «Небо России», который давно превратился в визитную карточку нашего города. Больше десятка тепловых аэростатов будут соревноваться в искусстве воздухоплавания, а жители и гости смогут наблюдать шоу «Земли». Правда, в связи с эпидемиологической обстановкой некоторые пункты программы фестиваля все же пришлось отменить. Подготовка к фестивалю начинается задолго до первого старта. Спортивные задания для участников – отдельный пункт в работе организаторов. Спортивный директор будущего Кубка России, а заодно и зрелищного мероприятия, известного всем нам как «Небо России», Александр Маврин в очередной раз летает над окрестностями, оценивает обстановку, подбирает удобные места для взлетных площадок и размещения так называемых «крестов» – пунктов выполнения спортивных задач. Активно исследуем, так сказать, зону для того, чтобы использовать ее 100% в качестве спортивной летной зоны. А так запланировано, значит, спортивные полеты 21, 22, 23, 24, 25. К сожалению, мы не сможем провести торжественных мероприятий открытия и закрытия. Итак, наблюдать проплывающие в небе воздушные шары в фестивальном количестве мы будем в течение 5 дней. А вот полюбившихся всем открытия в Рязанском Кремле и закрытия с ночным свечением аэростатов, к сожалению, не состоится. В связи с эпидемиологической обстановкой массовые мероприятия в городе запретили. В рамках фестиваля состоится все. Главный фестиваль, что это? Полеты. Полеты будут с 20 по 25 июля. Но мы улетаем уже сейчас. Мы летаем в полях. Массовое скопление народа не ожидается. Одновременно с этим мы не можем запретить людям наслаждаться красотой полета теплового аэростата как с земли, так и с корзины. Обязательно будем носить маски и перчатки. С 21 по 25 июля за час до утреннего и вечернего полета информация о точном месте старта будет выкладываться на страничках фестиваля в социальных сетях ВКонтакте и Инстаграм. Информировать будет и наша телекомпания. Также можно приехать на парковку ТРЦ «Круиз» к общему месту сбора. Время встречи утром 4 часа, вечером 17:30. И уже отсюда проследовать к месту старта общей колонной. Напомним, соблюдение дистанции и ношение масок обязательно. Марина Романюк, Олег Буцкий, телекомпания «Город». Это были все новости на данный момент. Еще больше информации вы сможете узнать на нашем сайте город62.tv и в группе в социальных сетях. А на этом я с вами прощаюсь. Хорошего вам вечера и спокойных новостей. До встречи в эфире.